Тюменский легион уже потерял шансы на выход в плей-офф Олимпэт МХЛ и теперь решает локальные задачи. В борьбе за пятое место серебряного дивизиона Востока молодежка Рубина принимала Тольяттинскую Ладью. В первом матче уступила. На 16-й минуте второго нападающий хозяев Егор Егоров, получив шикарный пас от Владислава Абрамова, открыл счет. Ближе к концу периода Ладья отыгралась. Но за секунду до сирены тюменцы забили в ноль. После двухходовки с Александром Лазаревым 17-ю шайбу в сезоне забросил Данила Ганин. Во втором периоде игра в кошки-мышки продолжилась. Остап Маслов сравнял, Владислав Абрамов снова вывел хозяев вперед. В третьем отрезке Глеб Лачинов перевел поединок в овертайм, точку в котором поставил Артем Нагибин, завоевав для легиона 2 очка. 4-3. Теперь от пятой строчки тюменцев отделяет всего 1 балл.